Жажда наживы может обернуться для сотрудника ГАИ уголовным сроком. В Саратове правоохранительные органы возбудили дело в отношении инспектора отдела контроля ГИБДД области. По предварительной версии следствия, сотрудник полиции предлагал одной из жительниц города помощь в приостановлении уголовного дела. Вознаграждением за услугу должна была стать денежная сумма в размере 2 миллионов рублей. При передаче первой части взятки 300 тысяч рублей полицейский был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере». Следствие продолжается.